продолжаем рубрику «Донецк от первого лица». Ну и вот, друзья, самый главный ответ на вопрос «Где люди в Донецке?». Кстати, работают заведения у нас. Вот с левой стороны Сан-Сити. Я лично свободных столиков не вижу. Вот такое мороженое, кстати, 25 рублей стоит, кофейное. Достопримечательность нашего города. Итак, всем привет, друзья, вы на канале Виконста. Ребятки, мы продолжаем рубрику «Донецк от первого лица». И сегодня на часах 19:29, пятница. Я иду вам снимать и показывать вечерний Донецк. Как я и обещал, мои предыдущие ролики. Набережная, паркованных фигур, опустой Донецк. За неделю набрали свыше 50 тысяч просмотров. Мы продолжаем эту рубрику. И сегодня мы прогуляемся по набережной. А также я вам покажу вечерний бульвар Пушкина. Вот, ребятки, заработали фонтаны уже. А то я днем снимал, тогда не видно было, что они работают. Кстати, друзья, я обещал вам, буду показывать каждую донецкую розу. Это достопримечательность нашего города. Их уже свыше 1 миллиона. Поэтому не самих цветочков, а кустарников. А в кустарнике, сами понимаете, не один цветочек. Вот такая вот красота у нас. Также детские площадки, вон, детки играются. Ну и вот такие вот красивые цветочки у нас. Кстати, плакаты, я так смотрю, их протирают, следят за ними. Нет грязноты вообще. Ну и сам город, еще раз буду повторять, самый чистый на планете. Вот, бордюры вот недавно заметали только. Коммунальщикам респект. Ребятки, я читаю ваши комментарии, и мне приятно, что многие положительно отзываются. 98% людей пишут только положительные эмоции о просмотре моих видеороликов. Поэтому пишите, комментируйте обязательно. А также делитесь этим видео в соцсетях, чтобы следующие серии выходили все чаще и круче. Всю жизнь дети здесь скатывались с этой пирамиды. И, наверное, через лет 100 будут скатываться. Ну и вот, друзья, самый главный ответ на вопрос, где люди в Донецке. Да вот они. И то, это еще не время. Еще чуть попозже, я думаю, мы потом пройдемся по площади Ленина вниз, спустимся, зайдем на набережную, купим мороженого. И уже вечерком будем проходиться по набережной. Все парковки заняты. Кстати, друзья, периодически на бульваре я вижу музыканта. На него я тоже вверху подсказку оставлю. Кому интересно, можете посмотреть. Прикольно играет парень.
Вот, кстати, еще одни музыканты. Наверное, на перерыве. Кстати, работают заведения у нас. Вот с левой стороны Сан-Сити. Я лично свободных столиков не вижу. Проходим мы Red Cups. Тоже уже люди собираются. Это вроде бы кавер. Ну и фонтаны. Они давно уже здесь стоят. Сколько времени я здесь хожу, давненько они не менялись. Сама конструкция, ну и обжора. Короче, ребята, вот я вам обещал. 19:46, ну практически сам вечер. И поснимал вам немного Донецка вечернего. Опять детские площадки. Их тут очень много. В основном здесь приходят для забавы, ради детей. Вот и вам и вопрос, где люди? Вот я, ребята, вам показал людей. Вы ж так просите, где люди? Покажи нам Донецк с людьми. Некому мусорить, да? У нас люди не мусорят. По крайней мере, я так хочу. Кстати, разметку уже покрасили. Ну и плавно мы перешли до драмтеатра. И Александру Сергеевичу Пушкину памятник. В основном, друзья, на бульваре Пушкина ближе к 7 часам вечером все выходят. Ну и ориентировочно до 9:30, до 10 там наблюдается просто колоссальное скопление людей. И в основном все сидят по кафешкам, кто-то заранее заказывает. Ну, центр города есть центр. Конечно, если в это время проехаться на окраину, на Петровку, на ЖД вокзал, то я думаю, там людей не будет столько, как здесь. Центр есть центр, как есть. Опять розы. О, какая большая, красивая роза. Гордость нашего города. Что там у нас внутри? Ребята, я вам обещал еще показать фонтан. В предыдущем видео о пустой ли Донецк сегодня и Донецк от первого лица я проходился в выходной день, где не было здесь практически никого. Ну а сегодня, как видите, кто-то да и есть. Опять же ж, розы. Розы и чистота. Кстати, фонтан такой огромный стоит. Ну, прикольно здесь вечером посидеть. Еще мы сейчас поближе подойдем, от него идет прохлада. Кстати, ребята, площадь Ленина никогда, на мою память, не пользовалась популярностью по поводу вечернего времяпровождения. Ну и сейчас
Как видите, по сравнению с бульваром Пушкина, здесь людей практически нет. Ну а сейчас, ребята, мы пойдем вниз по проспекту Ильича и выйдем мы на набережную. Пройдемся там вечерком. Поснимаю вам, я же обещал вам, видео вечернее о Донецке. Пока уже дошел, на часах у нас практически 20:00. Ну идем потихоньку. Друзья, что касается комментариев, вы мне многие пишете. Сними, пожалуйста, Викон 105-ю школу, сними, пожалуйста, 17-ю, 123-ю, сними, пожалуйста, улицу Артема, там, дом 187, 125, 134. Ну, вы чисто физически подумаете, это нереально сделать. Поэтому я вам покажу то, что самое популярное у нас в городе. Это прежде всего. Ну, а потом, конечно же, будут ролики и другие, не только на тематику с Донецка связано, поэтому всему свое время. Даже на проспекте Ильича у нас здесь розы, везде розы. Ну вот, ребятки, мы уже дошли до набережной. Сейчас пойдемте по мороженому возьмем. Вот такое мороженое, кстати, 25 рублей стоит, кофейное. Обычная пломбир. Ну и набережная. Кстати, на той стороне моста можно арендовать лодку. И вот люди, как видите, плавают по Кальмиусу. А когда-то здесь товарные грузовые суда ходили. Кстати, вон мама занимается полезным делом. И бегает, и с ребенком гуляет. Где люди? Да вот они. Ребята, села у меня батарея на камере. Ну, придется концовку уже снимать на телефон. Но я думаю, немного вам все же успел показать. Тогда покупай китайские батареи. Оригинальная держит заряд около 2 часов. Вот так на той стороне. Сейчас мы приблизим. Сидят тоже люди. Даже уже купаются там. Короче, ребята, перед вами миссию я выполнил. Снял, как я обещал, вечерний Донецк. Мы уже пришли практически
к окончанию набережной, ну и будем подниматься уже на бульвар Шевченко. Ребятки, ну вот и закончился наш небольшой вечерний выпуск. Я не стал долго снимать, чтобы не занимать много вашего времени. Показал сам город, бульвар Пушкина, а также набережную, а самое главное — это розы, достопримечательности самого города. Я думаю, вопрос с людьми отпал раз и навсегда. Мы по этому поводу ролики больше записывать не будем. Кому понравилось это видео, обязательно поддерживайте меня. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Чтобы не пропустить новые серии, обязательно нажимайте на колокольчик. С вами на канале был Виконста. Пока-пока.